Всем привет! С вами канал Все про Android. Сегодня речь пойдет о приложении, которое называется OSFP Optimized System for Programs. То есть приложение оптимизирует систему для запуска программ, которые вы выберете на своем смартфоне. Я уже делал неоднократно видео о том, как оптимизировать свой смартфон, оптимизировать оперативную память для ускорения работы смартфона. Но чем приглянулось данное приложение? Тем, что оно позволяет вам не устанавливать там особо мощных больших приложений, в которых надо разбираться, там включать определенные подфункции, а просто для определенного приложения. То есть в основном, я думаю, что приложение рассчитано на запуск тяжелых игр. По заявлению автора, эта программка особенно хорошо работает на бюджетных устройствах с оперативной памятью от 256 до 512 мегабайт. И поскольку в массе своей в основном пользователи Android не имеют там дорогих смартфонов, а все-таки хочется поиграть в какие-то более-менее тяжелые игры и запустить данные игры, ну, допустим, там Асфальт, какие-нибудь Dead Trigger. В общем, игры, которые все-таки требуют от смартфона всей его мощности, то вот данная программка поможет вам не гасить все фоновые процессы, все запущенные приложения вообще, а именно при запуске определенной игры, которую вы выберете, эта программа оптимизирует оперативную память, закроет все ненужные фоновые процессы и службы. Ну, автор заявляет, что еще есть в функционале программы ускорения SD-карты. Я не знаю, как это реализовано, но хочу вот поделиться данной программкой и показать, как она работает. Просто запускаете программу. Программа, как вы понимаете, требует права суперпользователя. В чем прелесть? В том, что программка проста в своем использовании. Выбираете «Добавить» и выбираете приложение, которое бы вы хотели использовать данной программе. То есть для какого приложения, для какой игры будет оптимизирован ваш смартфон. Допустим, выбираем Асфальт. И все. После этого приложение, если вы запустите игру, ну, сейчас попробуем запустить. Вот приложение у нас, игрушка запускается. Сейчас я выйду. Мы посмотрим. Ну вот, как вы видели на начальном экране, у меня был запущен Avast. Здесь вот работал. И, как вы видели, после выхода игры подгружался рабочий стол. То есть в реальности программа выгрузила все, что возможно. Оставила приоритет только для игры. То есть за счет того, что программа предоставляет повышенный приоритет для выбранного приложения, освобождается оперативная память, закрывая все фоновые процессы. Вот такая вот несложная программка. Вы можете добавить несколько приложений. То есть при запуске определенного приложения ваш смартфон полностью будет оптимизирован. Удалить приложение несложно, долгий тап, и приложение будет удалено. Вот такая вот небольшая программка, которая, думаю, многим поможет все-таки запустить тяжелые игры на своих смартфонах, не устанавливая тяжелоемких приложений по оптимизации оперативной памяти, чтобы не ковыряться там в настройках. А, допустим, вы хотите поиграть в какую-то тяжелую игру, быстренько запустили игру, и программа все сделает, закроет все фоновые процессы, погасит все ненужные для этой игры службы. То есть максимальный приоритет предоставит для работы данного приложения. Еще раз повторюсь, что в основном программа будет востребована пользователями, у которых мало оперативной памяти, до 512 мегабайт. И, как я уже говорил, что по заявлению автора программы, он писал ее для запуска все-таки игр, поскольку остальные приложения не столько
потребляет оперативной памяти, но, допустим, если вы хотите запустить какой-то большой крупный офис, то есть офисную программу для работы с PDF-документами, то я думаю, что данная программка тоже будет полезна на вашем Android-устройстве. Вот такой вот небольшой обзорчик. Ссылочка на скачку программы будет в описании видео. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!